Выбирали, болели, переживали, но он стал нашим мэром, и это приятно, что сегодня он пришел на наше мероприятие. Как обычно, через центральный вход, а не через вид персоны. Именно поэтому он народный мэр, поэтому его так называют. А мы сначала дадим участие? Хорошо, сначала дадим Евгению Вадимовичу слово. Дорогие друзья, дорогие участники, я очень рад видеть столько сильных и красивых людей в одном месте. Ну, понятно же, что это именно спорт сильных и красивых людей, гармоничных людей. Ну и столько красивых девушек в одном месте вообще редко собирается, очень приятно вас видеть. Когда-то давно, в конце 70-х, когда этот спорт у нас начинался в Екатеринбурге, может, многие старшие еще помнят, зал здесь рядом был на Челюскинцев, знаменитый Леня Тищенко там тренировался, но ему в те годы вообще равных не было. Это было очень интересно, и ну, я рад, что спорт получил такое развитие, вышел на такой высокий профессиональный уровень. Ну, и перед тем, как мы будем награждать достойных, я вам хочу всем пожелать доброго здоровья, чтобы у вас все получалось, чтобы у вас родители никогда не болели. И, ну, чтобы мы все помнили, что спорт для жизни, а не жизнь для спорта. Ну, в общем, вы понимаете. Спасибо вам. Ну, я со своей стороны хотел бы добавить, что Евгений Вадимович является, скажем так, старым поклонником бодибилдинга. Я еще, будучи пацаном, 17 лет ходил фитнес-центр «Флекс», Евгений Вадимович там качался, показывал нам, пацанам, пример. Спасибо вам большое, что у нас есть. Евгений Вадимович, наверное, самый знаменитый борец с наркотиками России. Мы со своей стороны боремся за здоровый образ жизни. То есть я считаю, что ваша борьба и наша популяризация спорта, она идет рука об руку. Поэтому мы делаем все общее дело. Спасибо, что вы у нас есть. Очень здорово, что вы наш партнер. Спасибо большое. Ну и получается.